Всем привет, здравствуйте, вы смотрите программу «Хочу в телевизор», и я счастлив новой встрече с вами, уважаемые телезрители, жители нашего города и района. И в сегодняшнем выпуске мы с вами поговорим о счастье. Я грею счастье внутри, смотри, оно с тобой связано. Глаза мои завязаны, но я все вижу. Счастье внутри, смотри, оно с тобою связано. Мне все про все рассказано, и я все помню. Что такое счастье? Счастье – это когда в доме все хорошо и в стране тоже спокойно. Вот это счастье. Счастье. Вас увидеть уже счастье. Телевидение Одинцова. Да, ну. Тебя кто-то любит, когда много деток. Это счастье, честно. Счастье – это растяжимое дело в жизни. Это общее счастье. Общее счастье в семье, в одиночестве. Каким бы ты ни был, это счастье. Раз тебе хорошо живется. Прежде всего, это когда в семье порядок, когда с детьми все хорошо, с внуками. К сожалению, я не сложно говорить об этом. Вот у меня большое горе, я сына потеряла. Поэтому для меня счастье – это тогда, когда живы дети, когда живы внуки. Ну, а самое главное, когда мир и чистое небо над головой, чтобы не было войны. Как бы сложно мы ни жили, чтобы не было войны. Счастье, чтобы все любимые были здоровы. Счастье – это когда ты радостный, у тебя в жизни все хорошо. Счастье – это когда есть дети, любимые дети. Кто ошибется, кто угадает, разное счастье нам выпадает. Часто простое кажется вздорным, черным, белым, белым, черным. Часто простое кажется вздорным, черные белым, белые черные. Сотрудники Одинцовской полиции говорят о счастье. Секунда свысока, наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Для меня счастье – это безопасность моего города. Когда я иду всегда на работу и зная о том, что жители нашего города находятся в безопасности, да, для меня это счастье в определенной степени. Вообще у меня двое детей. Первая дочка, ну а второй ребенок было огромное счастье, когда родился сын. Для меня, как для сотрудника полиции, конечно же, самое большое счастье – это моя семья и, конечно же, моя работа. Счастье для меня – это здоровье и безопасность моих близких. Счастье для меня – это моя работа, я приношу пользу людям, я помогаю людям. Самый счастливый момент в моей жизни – это появление моего сына на свет. И в данный момент его здоровье, его безопасность, его благосостояние является основной целью моей жизни. Счастье для меня – это то, когда все граждане, проживающие на моем административном участке, не беспокоят своими звонками. Соответственно, я могу быть уверен, что у них царит спокойствие и благополучие в их семьях. А вот личное счастье для меня – это когда твои родные и близкие ждут тебя дома после твоего трудового рабочего дня, поскольку в полиции это каждый день служба, и также в выходные приходится работать, но ты все равно с каждым днем с улыбкой возвращаешься домой к своим родным и близким. Счастье – это состояние внутренней гармонии, когда твои близкие здоровы, когда твой ребенок тебя радует, когда работа в радость, когда есть увлечение, хобби.
и заслуженный отпуск. Самый счастливый момент в моей жизни, когда я первый раз услышала заветное слово «мама». Счастье – это, конечно, когда все получается и в жизни, и на работе. И самым, наверное, счастливым, одним из самых счастливых дней в моей жизни – это день свадьбы и день рождения ребенка. Самое большое счастье – это моя семья, тем более при такой ответственной работе, которая отнимает очень много времени. Но и счастье еще немножко в том, что и на семью остается немножко времени. Сумасшедшее счастье убивается страстью, хочу снова и чаще. Сумасшедшее счастье стало вновь моей частью, хочу снова и чаще. Сумасшедшее счастье. Счастье. Счастье в 50+. Счастье, чтобы дома было все хорошо, чтобы заниматься любимым делом, творчеством, вот в частности, мы очень любим, мы поем. И чтобы те, кто к нам приходит, наши ученики, наши артисты, получали удовольствие, и мы всегда радостно улыбались при встрече. Мне это очень нравится. Счастье – это сложный вопрос. Счастье – это дети, счастье – это семья, счастье – это жизнь. И вообще то, что утром встали, солнышко глянуло в окно, перекрестил, сказать, слава Богу, что мы еще живы. Вот это тоже счастье. Ну и, конечно, народная музыка, песня тоже дает счастье и любовь. Я работаю с ветеранами. И для меня счастье, когда мои ветераны, с которыми работаю почти 20 лет, меня понимают, любят, уважают. Оно так и есть. Ой, это такой вопрос, не зря говорю, философски. Но счастье – это когда вот мы сейчас выступили, хорошо, я считаю, женщины, все довольны. Счастье – когда ты востребован. Счастье – когда у тебя есть хорошая семья, есть внуки, как у меня, любящая жена. Счастье – когда еще вот я нужен, работаем. Все здоровы, все рядом, и все взаимно выручают друг друга. Когда меня понимают вот. Окружающие. Вот это для меня счастье. Это из кинофильма «Доживем до понедельника». Счастье – это когда тебя понимают. Когда все здоровы, жизнерадостные, благополучные. Дай Бог всем. Счастье – близкий человек, наверное, все же. Вот. Ну и заниматься любимым делом. Для меня счастье, может быть, я отвечу, потому что мы представляем организацию инвалидов Всероссийского общества. Я скажу, что счастье – это здоровье, а песня нам жить помогает. Когда кончаются слова, всегда начинается музыка.
Так что пусть музыка звучит, и нам, которым за 50 и больше, мы радуемся, живем каждому дню. И вам счастья и любви. Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство. Пусть голова моя седа, не только груз, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. На канале ОТВ народная программа «Хочу в телевизор», где главные герои вы, уважаемые зрители, жители нашего города и района. Продолжаем. Ну, мне кажется, счастье – это когда в семье все в порядок, работа хорошая. Ну, друзей тоже хорошо, если много, которые держатся за тебя. Ну и родители тоже, самое главное. Ну вот и счастье, мне кажется. Счастье. Когда родители здоровые. Вот мое счастье. Это все, что мне нужно. Это моя дочь, мое солнышко, мое счастье. Дети – это счастье. Когда все нормально, все по уму, как говорится, в достатке. Так, дети, внуки, сам здоровый. Так что, ну, когда все радует. Мы с ним прожили 60 лет. Это что, не счастье? Счастье. Вот сколько мы прожили. И мы уже не молодые. Дай Бог всем так. Счастливы. Счастливы. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Сколько звезд на небе серебра. Завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Где это гитара звенит? Надежное сердце любовь сохранит. Сердце любовь сохранит. А птица удачи опять прилетит. Здоровье, что было, и все. И маленьких денег. А что еще надо? Это счастье. Да. Самое главное – самое здоровье. Когда все хорошо. Лично для меня счастье – это когда все мои близкие, родные, все живы-здоровы. Это самое главное. Когда удача сопутствует по жизни и в работе, и в творчестве, и в личной жизни. И счастье – это когда войны нету. Наверное, вот это одно из самых главных критерий, потому что счастье не только для меня, я считаю так, а счастье для всего человечества в общем. Счастье, когда вы себя чувствуешь хорошо, когда здоровье, когда дети здоровы, правнуки в хорошем состоянии. Вот это для меня счастье. Женское счастье, был бы милый рядом, ну а больше ничего не надо. Женское счастье, был бы милый рядом, ну а больше ничего не надо. Женское счастье. Наши женщины всегда прекрасны и счастливы, особенно после посещения салона красоты. А вот интересно, что для самих работников парикмахерского цеха счастье? Узнаем у них лично. Я точно знаю, что счастье для меня – это когда мои близкие, мои родные люди здоровы и живы.
Счастье для меня – это когда клиенты уходят от меня довольные и с улыбкой. Это доставляет мне радость. Когда близкие, родные и здоровые, не болеют, и все у них хорошо – это и есть самое главное счастье. Счастье – это, наверное, когда светлое небо, мирное небо, много работы, хорошая работа, чтобы люди твоей работы были довольны. Счастье для любого мастера – это когда есть много народа и когда все люди уходят от тебя довольные. Но работа работой, но я еще и отдыхать люблю. Счастье – это еще когда хороший отпуск. Счастье, когда есть дети, когда есть любимая работа, любимый муж. Счастье – это, как помните в том старом фильме, счастье – это когда тебя понимают. Счастье, когда тебя понимают и ценят на работе, когда ждут и любят в семье, когда дети рады и счастливы. И теперь сами юные одинцовцы расскажут о счастье. Счастье – это любовь. Это когда ты очень рад. Ну, когда у меня пятерки. По счастливому человеку видно, что он готов как-то взлететь. Счастливый человек, он улыбается, и тебе никакая грусть не помешает. Счастье может длиться всю жизнь. Счастье можно найти в душе. Я хохочу вот так. Я люблю больше всего шоколадки и леденцы. Я люблю торт. Блины, макароны. 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 Короны. С котлетой. Ням-ням-ням-ням-ням. Супер. У зима будет снежной, а лето жарким. Любовь будет нежной, а солнце ярким. Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье. Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье. Вы смотрите народную программу «Хочу в телевизор». И далее о своем счастье расскажут наши одинцовские педагоги, заведующие детских садов и учителя школ, лицеев и гимназий. Счастье, ну, когда все хорошо, когда красиво, когда все здоровы. А профессионально, когда все хорошо на работе, когда не жалуются родители, когда довольны родители, когда с радостью идут детки в детский сад. Нас это радует. Что такое счастье? Это когда родные и близкие здоровы, любимые. Когда все хорошо, когда человек счастлив на работе и дома. Счастье, когда тебя любят. Когда здоровы ваши близкие дети. Поэтому я думаю, что это счастье. Профессионально, когда работа доставляет удовольствие. Ну, личное счастье, наверное, это когда семья здорова, все счастливы, все с тобой рядом. Это, наверное, личное счастье. А профессиональное, наверное, когда ты состоялся как профессионал, и ты нашел себя в своей профессии. Вы педагог, нашли себя? Да, я нашла себя, действительно нашла. Счастье – это когда все дома, когда все здоровы, когда все с хорошим настроением приходят, когда все ладится, когда вообще позитив и хорошее настроение. Личное – это, конечно, любимая семья. Сын 5-летний у меня сейчас, мои дочери старшие, жена. А профессиональное счастье, когда у моих детей в школе все нормально. Я директор школы обыкновенный. И вот тогда я счастлив, когда у меня все получается, когда я вижу перспективу, когда у меня моих детей горят глаза и красные щеки, и вот такие они здоровые и крепкие. Вот тогда я счастлив. Счастье – это любимая работа, любимые воспитанники. Я руководитель дошкольного образовательного учреждения. И любимый коллектив – это счастье. Интересный вопрос, на который сходу, наверное, не ответишь. Но, наверное, счастье для человека – это когда он с радостью идет домой и с радостью идет на работу. Поэтому в этом вопросе я, наверное, не оригинальна, я из большинства. Вы счастливы? Я думаю, что да. Счастье личное и профессиональное. Ну, наверное, когда ты радуешься тому, что ты делаешь. Тебе доставляет удовольствие
то, чем ты занимаешься. И, как говорила моя мама, идя на работу, она шла как на праздник. Наверное, это счастье. Тоже, да? В школу. Ну, мама не в школе работала, к сожалению, но я вот до сих пор вспоминаю слова, когда она шла на работу каждый день, она шла как на праздник. Это счастье, безусловно. Счастье – это понятие довольно философское. Я вижу в этом, чтобы в стране было хорошо, в семье было хорошо. Вот примерно такие у меня понятия. Счастье – это когда хорошо. Это когда все здоровы, когда хорошая погода, когда в стране все спокойно, когда все люди улыбаются. И, конечно, счастье, когда в профессии все у тебя складывается удачно, когда все в порядке, когда происходит каких-то недоразумений, каких-то происшествий, каких-то, не дай бог, несчастных случаев. Собственно, мы для этого здесь вот и находимся, чтобы избежать всего этого. Для меня счастье – это когда детишки и внуки здоровы, значит, учатся хорошо, маму слушаются. Вот. Для меня это большое счастье. И когда кот здоров и не балуется. Вот все. Вот такое небольшое счастье человеческое. Счастье – это здоровье. Самое главное, в первую очередь стоит. Ну, что я хочу сказать? Здоровье, чтобы оно было, надо правильно питаться. Дальше движение, чтобы было. Заниматься спортом, не смущаясь, 70 лет и 40 лет уже отдал бегу. И бег, я просто счастлив, что оно мне помогло. И сейчас стараюсь поддерживать по мере возможности своих еще в полной силе. Я счастливый, как никто. Я счастливый, я на 100. Я счастливый, я не лгу. Так счастливым и уйду. Я счастливый, как никто. Счастье, ну, я не знаю, когда каждый день проходит, как сказать-то, ну, без проблем, когда семья, все здоровы, живы, родители. Вот самое главное. А деньги заработаем всегда, поэтому... Вы счастливы? Я – да. Счастье – это когда с тобой произошло что-то очень хорошее, и ты счастлив этому. Ну, это как будто доброта. Ну вот. Ты счастлив? Да, я счастлив. Почему? Потому что меня любят мои родители и семья. Ну, счастье – это дом, семья, все родные и близкие. Когда все хорошо, счастье есть. Счастье – это когда у тебя, во-первых, все близкие здоровые, счастливые и ни в чем не нуждаются. Ну, как бы для меня это счастье. И ничем себя не ограничивает. И когда все они вместе, и... это настоящее счастье, по-моему. Счастье – это когда есть семья, дети, должны радоваться, да и денег побольше. Когда в семье все хорошо, наверное, семейное благополучие. Ну, счастье, во-первых, чтобы были все здоровы, вся семья, ну, и соседи, и прочие родственники все. Ну, чтобы была хорошая погода, была работа. Все, вот оно и счастье. Счастье мое я нашел в нашей дружбе с тобой. Для тебя и любовь.
прощаюсь с вами до новых встреч. Будьте счастливы! Как это странно всегда, вроде бы взрослые люди, а в голове ерунда, мечтаем, как дети, о чуде.